Нож, бабочка. Хе-хей, пузырьки, с вами Серж, и это уже третий open case в CSGO. Но прежде чем... во-первых, я волнуюсь. Я волнуюсь, как обычно, знаете почему? Потому что я купил... пропуск на Vanguard, я сразу купил 6 кейсов Vanguard. Я купил 6 ключей Vanguard. Спасибо тем, кто скинул мне кейсы и ключи для брейкаута. Никнейм вы сейчас видите на экран. Поэтому, ну, то есть как бы... Vanguard вышел вчера ночью. То есть фактически это один из первых open case. Я волнуюсь. Окей, давайте сначала начнем с брейкаута. Вот у меня два ключика. Ой, у меня рука трясется, я не знаю, что она трясется, я волнуюсь, я просто сразу... Господи, давай с первого кейса нож, господи, пожалуйста, твою налево, бич. Ладушки, оладушки, не теряем надежды, открываем The Next. The Next, давай, тили тесто, гейпа не выносит невесту, я не знаю, что за бред я несу, я просто хочу, чтобы мне выпал хренов нож, бабочка. Пистолета, слоновая кость, бич, мазафака, зачем мне этот... Ну ладно. Погнали, у меня в общем 6 кейсов Vanguard. Я хочу, чтобы... Почему мои руки так трясутся? Почему я так очкую, ребят? Я очень сильно очкую. Может, кофейку дерну для храбрости? Мне это все равно ни хрена не поможет, потому что я очень сильно очкую. Но... Сейчас потащим ключ, я тащу ключ, Серж, я просто представил, как я вытащил ключ, и, о боги, я иду, я просто ору на улицу. Давайте так, если я реально вытаскиваю ключ, я, как уже в предыдущей серии говорил, выйду на улицу и заору прямо на всю улицу, что я выдал нож. Так, про меня подумают, что я, конечно, конченый дебил, но мне плевать, потому что это такой куш, мазафака. Выбиваем. Ладно. Ой, я просто предвкушаю тот момент, когда я выбиваю, и... О, мой бог! Господи, хоть бы... Ой, там что-то розовое пролетело, ну зачем, почему? Сука, прям чуть-чуть, вот что классного в этой сраной пушке, а? Я хочу. Давай, понеслась. Давай, ключик. Да какого хрена, ну? Стоп, Да, детка, я молодец. Идем дальше. Немного поношенная, ну это фактически прям с завода. Да, это что-то. Давай. Ну почему? Почему самые хорошие шмотки пролетают мимо? Ладно, давайте будем думать, что самые хорошие шмотки теперь не будут пролетать мимо. У меня осталось 2 кейса. Сука. У меня остался последний ключ. Да? Надежда вся на него. Я буду очень рад, если мне выпадет хотя бы что-то розовое, либо красное. Ну... Особый редкий предмет, это уж просто вообще верх моей радости. Я хочу, чтобы мне выпал хренов, мать его, нож! Давай, выпадай! Ну, твою мать, М4 пролетела мимо, твою мать! Сука. Просто такой дичайший бич. И я должен сейчас что-нибудь, мать его, выбить, чтобы, ну, блин, мне уже 3 гребаные серии подряд ничего не выпадает. Ну, как бы это 3-й, возможно, она ведь еще не закончилась. И возможно, что именно сейчас выпадет нож... Бабочка? Где-то я уже это слышал, бич. Нож-бабочка? Вау, у меня будет бабочка. Короче, так, ребята, все, собираемся с силами, собираемся с мыслями. Мне должен выпасть этот ключ. Какой ключ? Зачем мне ключи? Мне нужен нож, все. Так, нож приди, там, что можно сказать? Нож приди. Ладно, сейчас приду. Я тут посидел и подумал, что вот это мне поможет. Я не... Не знаю как, но почему бы и нет. То есть я просто поставлю ее рядом с собой. Написано высший сорт, да? То есть это намек на то, что если я сейчас при вот этом буду выбивать нож, то мне нож обязательно выпадет. И вот вы представляете, да, я выбиваю нож, и потом все люди на ютубе будут сидеть с мукой за компьютером и тянуть, сука, ножи. Че за бред? Но будь что будет. Что бы с тобой сделать? Даже не знаю, но я что-нибудь обязательно придумаю. Тем временем мне выпадает негив. Пустынная атака, да? Остановите землю, я сойду, сказал Серж перед тем, как начал открывать кейсы Феникс. Ну, надеюсь, что хотя бы с них мне выпадет хренов мазафака ключ. Ключ. Да чё я с этим ключем присрался уже, а? Всё, я просто жду. Просто жду, там уже что-то 2 раза, 3 раза пролетело, и, естественно, мне выпадает негив.
Бинго! Открываем следующий. Просто не тормозя, просто сразу. Почему все так просто? Если бы все так было просто, мне уже вон два раза пролетело что-то. Давай! Yes! Ну, хотя бы что-то, мазафака, бич меня порадовало за последнее время. Это, конечно, не супер-пупер, но это антиквариат. Да. Короче, это по возрастающей, да? То есть, если сейчас мне выпадает одно, то я буду постоянно расти, мне выпадет нож! Опинг кейси. Это было фиолетовое, значит, это хорошо. Это было розовое, то есть, о боже! До этого у меня выпал какой-то там пистолет Глок. Сейчас должна выпасть АВП Азимов! Просто выпадает АВП Азимов! Слушайте, ее так изменили, что даже не узнать. Один ключ. Один гребаный ключ. И одна АВП Азимов. Стоп! Блин, боже мой. Ну, у меня сегодня порядком более-менее хороший open case. Я, наверное, вообще поехал с катушек, но мне кажется, что это мне помогает. Хотя, почему бы и нет, как говорится. Открываем очередной кейс. Я уже не знаю, какой-то по счету, я сбился, но меня просто затягивает. Здесь в чем фишка? Здесь фишка только вот в этом. Здесь фишка вот в этом, соответственно, в этом, этом, ну, этом... И, наверное, все. Поэтому... А, Глок пролетел, твою мать! Да, сука, засунь этот гребаный Гейб в жопу! Гейб, привет. Да, и вот, ну, ты понимаешь, да, что я имею в виду? Последний ключ. О, боже мой, почему бы мне не выбить Дивил? Почему бы мне не выбить Глок 18? Почему бы мне не выбить P90, M4, A1S, Сайрекс? Или, конечно же, нож-бабочку? Ну, почему бы? Вот почему бы просто взять и не выбить? Разве это так сложно? Просто разочек порадовать сердце. Ну, господи, ты... О, давай, радуемся вместе. Мне уже там фиолетовое что-то летает, просто... Стоп, сука! Бич, просто дай, мазафака, дай, бич! Уважаемые друзья, вот этот весь шлак мне только что выпал. Из-за этого я рад только вот этому и этому. Ну, это так себе, конечно. Боже мой, это просто хардкорище какое-то. Просто какое-то хардкорище. CSGO Lounge, я все просру на ставках, либо все подниму на ставках. Хрен его знает. Но, тем не менее, ребятки... Спасибо вам большое за внимание. Просто поддержите меня, поставив палец вверх. Когда же мне выпадет эта же эта гребаная нож? Почему он мне не выпадает? Я не понимаю, почему не выпадает мне этот хренов нож. Но я надеюсь, что однажды и на моей улице будет праздник. С вами был Серч. Всем до скорой встречи, ребятки. Больше уже 1000 рублей, мазафака! Я пойду под стул.